вышла новая потасовка. Называется она «Шторм». Вот, поиграю за разбойницу от Маев, «Песнь теней». Там что-то квест выполнил. Я не помню какой. Что мне ее дали? 10 побед, что ли, каких-то. Да, кажется, 10 побед. Одержать в ранговых именно играх. Что-то такое. И вот дают Маев. Подлагивает чуть-чуть. Ну да ладно. Я что-то с утра пробовал поиграть. Консигнул. Хоть в чем смысл? Моношторм. Стоимость карт меняется рандомно. Ну, рандомная колода и рандомно меняется стоимость карт каждый ход. Такая херня. Давно не было роликов по Хирстоуну. Очень давно я что-то опять решил в него играть. Но вот это точно мне не нравится. Не знаю, пусть все так. Токсичного Слизнюка оставлю. Хотя тоже такая себе карта. Но в чем смысл то, что стоимость может меняться, потом уже даже самые дорогие карты оставлять не боясь. По-моему, было уже Моношторм, вот. Каждый ход стоимость ваших карт будет меняться случайным образом. Мне кажется, что такое уже было когда-то. Было. Кстати, у меня Леди Леодрин еще есть на паладина, но это из World of Warcraft за 20 уровень дали. Вот. Найс челик играет. Вот. Не буду даже жалеть ничего. Сразу юзать. Шесть таунт. Хороший у челика карта, у него заход лучше, чем у меня. Вообще, на самом деле, потасовки не люблю, я обычно одну выигрываю. Чисто чтобы награду получить. Пак или что там дают. Вот. Потому я обычно особо это дело не играю. Хули он думает? Сейчас бы в потасовке думать. Нет, серьезно. Серьезно он думает? Странно. Много нового ввели вот с тех пор, как я не играл. Ввели вот квесты. Когда я в последний раз до этого играл, квестов еще не было. В этой игре. Давай вот это. А он тут выбора особо нет у меня просто. Вот так пока в лицо пойду. Не хочу проебывать у Анубарака пока. Но вот это 4-3, конечно, убить бы по-хорошему. Да. Все равно не Руба убили, ну. Зато он пожил нормально. Нормально. Да, что-то выглядит так, как будто у меня все-таки получше заход, чем у него. Ну, опять Анубарака поставлю. Тупо в лицо пойду. Мне размениваться тут не очень удобно просто. Тем более я все равно один-один никого не убью. Вот какого-нибудь Ктуна, а Ктуна уже нет, кстати. Не знаю даже. 10-10 за один мана, вот что-нибудь такое. Прикольно было бы.
Да, это существо такое, героя вы кладете. Так, сейчас нет. А ну-ка. Что я тут раскопаю? О. Давай вот это, допустим. Вот так. И вот так. И какое-нибудь существо уничтожить. Давай вот это. Вот как-то так. Вообще мне нравится класс разбойника, я бы им играл, но у меня многих карт на него нет просто. Вот, то есть там очень реально. У меня пыли, кстати, по 1000 где-то, 900, что-то такое. Но вот, то есть реально много карт нужно для разбойника. И плюс легендарка нужна, Эдвин Ван Клифф, которого у меня нет. Сейчас еще этот секрет играет, ой, этот квест, квест рога. Тоже там легендарка нужна. Сам вот этот квест. Но опять же, мне до хрена пыли надо. Я сейчас жрецом в основном играю. То есть я бы реально играл разбойником, но... Хотя у меня есть легендарки, которые я мог бы распылить. Две, кажется, но мне впадлу их распылять, жаль. Одна на варвара я бы мог... Ой, на воина я бы мог распылить. А чё он тут играет? Тут изи же. Ну вот как-то сейчас открыть сразу пак. А, ни хрена я не заметил. Чу, блять, ну это мисплей. Это мисплей. Я не заметил просто. Хотя нет, это ни хрена не мисплей. Просто время потянул. Бля, это мисплей был. Мне надо было их сейчас убить. Я сейчас мог Брана... А, нет. Нет, это был не мисплей. Я все равно никак не убивал, походу. Да, я вроде все равно никак не убивал. Это не было мисплеем. Изи. Хотя я бы мог скоропалоховый чай применить. Это был мисплей сейчас или нет? По-моему, я бы мог все-таки убить. Это был мисплей. Квест у меня на друида, и жаль, я его выполнить не могу. Легендарку, пожалуйста. Ага, конечно. О, золото. У меня на мага много золотых карт. Я магом много играл раньше. Служительница света вот на жреца может зайти, но я не уверен. Все-таки за 6 маны дороговато. Провокация, божественный щит. Но хотя я не уверен. Может, кстати, либо, ну не знаю, надо смотреть. Сколько у меня там пыли, кстати? По 1000 где-то. Да, 890. Я еще тратил чуть-чуть. У меня было 900 с лишним. Это я чуть-чуть тратил. Не знаю, в принципе, я, конечно, могу пораспылять некоторые вещи. А секрет можно создать, интересно? Ой, задача, то есть. Задача. Да, задачу можно создать. Тысяча 600 стоит легендарка, да? Но я бы мог легендарки, в принципе, создать. Но мне придется распылять. Тогда сколько? Сколько там за легендарку дают? Блять. Легендарная. Вот Малкорок у меня есть. 400. То есть мне придется две хотя бы распылять. Две легендарки. У меня еще одна легендарка была. Вот из эры еще. Ктуна, к сожалению, нельзя распылить.
Вот. Да. Такая фигня, короче, надо думать с деками. Как-то так.